Приветствуйте из Манчкока, Таджикистан, Фариду, Терминатор, Атива! На берегу 17 побед, 7 поражений, ladies and gentlemen, he's 36 years old, standing. Good luck, shake your hand. Фариду Синим Вагнер. Поехали! Как минимум в первой половине этого раунда. Что здесь? О, здесь головами, по-моему, стукнули, судя по всему. Рассечения не вижу. Есть, но при этом быть очень острым. И есть попадание. Повело здесь Вагнера Брата Моргана. И все. И здесь зарубы на средней дистанции. Кто будет точнее? Один эпизод за другим. Ребят, публика. Отстреливается Вагнер. Мимо. Фариду попадает. Еще один. В целом, по крайней мере, визуально. Это отличительная черта. Вообще Вагнера Брата на ближней дистанции. Да, очень опасно. Вот такой прием в стиле Алексея Олейника. Ну что здесь? Все! Пожали руки, разошлись по углам. Дело. Но с реакцией все в порядке. У Махнаткина и первый проход. Руки опущены у Михаила. Уверен он в своей реакции и скорости. Бросается, берет Адилов. Дистанция. Выдохнул, тяжеловато. Выдохнул Адилов и попал. Защита. Будет тейкдаун. Да, хороший перевод. Да, все перевод и, собственно, конец этого видели. Шикарное попадание. Писточе Михаил Махнаткин. Он прижимается к сопернику. Пытается спастись. Вот такие удары. Полный маунт. Ничего себе. Михаил Махнаткин провел ноги. Но пока перейти к удушающему не может. Фариду Адилов. Все. Вот такая победа Фариду Адилову. Он выходит. Очень опасно. Бэкфист мимо. Сейчас не спешит никуда Адилов. По печени. Нокаут, скорее всего, будет оформлен после удара в голову. Наличие Филью, но у него не очень получается. Фариду явно быстрее. Удар в голову, уже добивающий удар. Да, точно.